Эквадор плюс 161. А, гараж. Багажник, багажник. А уже там богатые уже себе берут этот какой-то раптор нахуй на багажник 220 килограмм. Ну или что-то ж джипы, знаешь, какие-то ставят. Я-то хуй знает, я, короче, я вообще скачал программу, вот это, знаешь, там, где есть ихние именно сервера. Как она называется, не Rage Multiplayer, а по-иначему. Короче, именно как... Вернусь. Из-за того, что, типа, русский сервер, походу, для украинцев кинули блок. Типа, через VPN пускало так-то. А потом я взял... Посмотрел, и в интернете написала, что типа можно играть просто через Rage Multiplayer, там будут свои сервера. Я взял через Rage Multiplayer, и я не знаю, я что-то себе думал, 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 видел, стримеры играют, и вспоминал, на чем они играют, и что-то взял в тупую, и мне что-то так подумалось, что на Vine будет, зашел на Vine, и